Здравствуйте, друзья! Я продолжаю свои видеозаметки о Чите. Сегодня 15 марта 2019 года. Просто смотрю на снег и что-то кажется, что февраль. А нет, на самом деле март 2019 год. Сегодня выпал снег, температура сегодня обещают плюс 5, и он, конечно, будет таять. А нахожусь я сейчас, вот прошел по Украинскому бульвару, посмотрел на дом, где я жил, даже два дома, номер 15 и номер 5 по Украинскому бульвару. Спустился сюда, сейчас еду в город. И это улица Бабушкина, вот улица Бабушкина, это остановка транспорта. Сейчас я здесь... А, нет, я сейчас пойду пешком. Не буду я ждать остановку, троллейбус. Вот. Ну, вот Бабушкина у нас выглядит так. Я уже сегодня прямую трансляцию проводил. Вот. И показывал. Вот. По сути, это такой проспект. Вот. Потому что улица достаточно широкая, прямая. И она проходит через весь город. Вот. Улица транспортная, тут и большие грузы ходят, и... Ну, есть, конечно, дорога объездная еще вокруг города, но и здесь тоже троллейбусы ходят. Вот этот забор, который вот сейчас здесь виден, я его вижу впервые, его не было, а за забором овраг. Овраг, который вот с детства мне знаком, мы там играли. А там вот с желтым таким куполком, домик желтенький торчит, и куполок такой в виде пирамидки. Это рынок Витен. Вот. Раньше здесь были овощебазы. Овощебаза была, сейчас рынок. Ну, вот так вот выглядит у нас родные мои места. Ну ладно, все, до следующего включения, я пошел дальше. Это профессиональное училище номер 14. Там вот дальше в пятиэтажке почта. Люди как-то с таким подозрением смотрят на камеру. Видимо, здесь вот читинцы не избалованы вниманием видеоблогеров, поэтому вот как-то они с недоверием смотрят на меня. Ну и, может быть, я еще такой сияющий весь иду. Вот это рынок Витен, там велосипеды, вижу, продают. А вообще там рынок продуктовый, он такой универсальный, это как огромный универсал. И там же и можно китайское барахло тоже покупать. И птички поют, и небо голубое.